Здорово. 10, 11, 12, 17, 20 рублей. И у меня 17. Итого 37 рублей получается. Блин, хоть почку продавай. Опять. Да уж, засада. Ярик, есть 100 рублей? Есть, но я тебе не дам. В смысле? Чё, поджал что ли? Я тебе завтра верну. Ищи дурака. Если надо денег, он сходи кровь сдай. Сегодня у нас в школе принимают. Чё, кровь? И чё платят? 500 рублей. И шоколадка, и ещё сок. 500 рублей? Это же если я 5 раз кровь сдам, 2500 получается. Серёг, я знаю, как заработать. Войдите. Здрасте, это у вас кровь принимают? Да, проходите. Фу, еле дошел. В общем, я вам тут 1,5 литра принес. С вас 1500 рублей, 3 сока и 3 шоколадки. Мальчик, кровь принимают только из вены, во-первых. А во-вторых, сдавать можно только раз в полгода. Это что, я зря нос об стену расфигачил? Ну, хоть шоколадку дадите? Нет. Ладно, я вас запомнил. Малой, что с тобой? С лестницы упал, носом стук. Серег, ты хочешь заработать? Спрашиваешь, что делать надо? Тема такая, сегодня в школе принимают кровь. Платят 100 рублей, сок плюс шоколадка. Что-то мало платят. Мало? Я 100 сказал. 200 платят. Да ну, просто сдать кровь и 200 рублей с шоколадкой и соком дают? Угу, прикинь. Я согласен, погнали. Ну чё, как оно? Они вообще чуть-чуть взяли, я даже не почувствовал. Мужик, держи, я уже сходил, получил за тебя бабки. Малой, знаешь, что я тебе скажу? Чё? Это самые легкие бабки, которые я зарабатывал. Ну чё, отдохнул? Давай, иди еще раз. В смысле? А чё, так можно? Конечно, только вот, шапочку приодень. А вдруг там 2 раза нельзя? Серег, получилось! У-у-у, еще 200 рублей! А где шоколадка? У них там закончились. Ну что, третий раз пойдешь? Не, давай ты. Мне что-то поплохело. Серег, мне нельзя. У меня из носа много утекло. Не, я больше не пойду. Серег, третий раз 300 рублей платят. 300? Я погнал. И это... Шапку переодень. Серег, поздравляю! Вот твои 300 рублей. А сок? Ты представляешь, у них и сок закончился. Стой, дорогой, стой. Чек возьми. У них там какие-то неполадки с системой на ресепшене. Спасибо. Не понял. Тут 500 рублей написано. Серег, я сейчас все объясню. Где бабки? Ну, Серег, там нюансик такой. Какой нюансик? Где бабки? Серег, Серега!